50-летняя Алла Пугачева сходила в ресторан в компании своего мужа, 43-летнего Максима Галкина. Вместе с ними в заведении поужинала и 65-летняя Лайма Вайкуля. Звездные супруги оставили 6-летних детей на попечении няни, а сами устроили себе вечер отдыха. Артисты провели вечер в японском ресторане. Пугачева и Вайкуля выбрали роллы. Алла Борисовна тщательно следит за своим питанием из-за сахарного диабета, она может позволить себе есть далеко не все. Галкин опубликовал забавное видео в Instagram Stories. В кадре заметны два самолета, пролетающие недалеко от башни Москва-Сити. Шоумен предположил, что это НЛО. Максим посоветовал связаться с Катей Лель, которая рассказывала о своей связи с инопланетянами. После этого за кадром раздался смех. Многие решили, что юморист рассмешил жену, но Примадонна это отрицает. «Это был не мой смех», — заверила она. Так отреагировала Лайма. «Это я. Это же надо, такое летело в небе», — объяснила Вайкуля. Недавно Алла Пугачева в мини-платье произвела фурор в Кремле. Певица отказалась выделять близнецам Лизе и Гарри карманы и деньги.